Так. На улице конец декабря. А снега, как вы видите, по колено. Всем привет. Сегодня я расскажу, как вылечил синусит у индюшки. Изначально в этот способ лечения я не особо верил, но результат превзошел все мои ожидания. Вот они, мои красавцы, сидят. Да, вот эта ква-ква болела у меня. У меня где-то есть старые фотки, в видео их вставлю, как она выглядела. Иди, Маруся, я про тебя расскажу. Маруся ее зовут. Да, моя хорошая? Вот с этой стороны у нее на голове под глазом была большая опухоль. Где-то рассказывают, что это нужно выдавливать. Ничего не давил. Брал шприц с физраствором, подставлял к ноздре и вливал по одному шприцу в ноздрю. В одну, во вторую. При этом рот приоткрывал, и у нее вытекала вся жидкость. Так я поступал в течение недели. Параллельно после промывки ноздрей я брызгал ей обычные капли для носа для людей, сосудосуживающие, неважно какие. И утром и вечером давал по половинке кларитромицина. Но спустя 5 дней индюшка ожила, стала более активной, хорошо кушает. И вообще, скажи, я здорова, да? Ну, как я выздоровела, скажи, прошла уже неделя. Это тоже что-то сопливится. Живут в теплице они у меня. Да и понятно, болеют, потому что погода странная. То минус 20, то плюс 6, влажно. Хотя подстилку здесь им подсыпаю, чтобы сухо было. В качестве обогревателя вот такая лампочка. И во второй половине тоже лампочка. Там мини-мясные у меня сидят. Так что лечение синусита — это не страшно. Это достаточно эффективно, если поступать, как делал я. Итак, основное в лечении — промывка носа 2 раза в день, закапывание каплей или спреев в нос сосудосуживающие и 2 раза кларитромицин по пол таблетки утром и вечером. Ой, ты моя рыбка. Всем спасибо за просмотр. Желаю здоровья вам и вашей птице. Пока.